Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Режим у нас Scary Elevator. Все написали в комментариях и в личку мне, что запилили новое обновление, новые режимы. Надо даже сказать, не новые режимы, а новые этажи. Будем вместе с вами смотреть. Погнали. Так, давайте, наверное, что-то мы возьмем себе для прикола. Давайте сходим. Подписчики позаходили, окружили меня. Мои бандиты. Так, я знаю, что что-то здесь добавили. Во, блин, не успел, там ультрабег вроде. Во-во, я вспомнил. Так, этот с мечом уже ходит. Блин, так много людей. Прикольно. Наверное, еще можно вниз даже пролистнуть. Ну да. Все четенько. А где убийца? А вон ходит. Так, сделаем от первого лица на всякий случай. Нифига не взял, само перекинуло мне. Эй, с одного раза убила, что ли? Так, давайте возьмем еще раз, все-таки я успею. Это у нас Regain, Ultra Regain Coil. Speed Coil, во! Теперь что, я могу быстро бегать? И не надо мне теперь тапочки, пружинка тоже пойдет. Так, пацаны, кто там со мной? Погнали. Тоже взяли себе все? Такс. А никого нету. О, есть! Я теперь могу быстро бегать от всех, им все монетки мои. Будем собирать все на карте. Чпонькс. Дерево горит. Прикольно сделано. Так, заскучился за Роблоксом. Так что, ребята, если вам нравится тоже Роблокс, ставьте лайкосик. Но не означает, что он будет выходить каждый день. Просто так, иногда буду записывать. А завтра будет у нас режим в Гаррис Моде. Не буду говорить какой. Пусть будет вам интересно. Может, что-то новенькое придумаю. Можете свои идеи даже в комментариях написать. Все запишем, что вы хотите. Ой, какой-то челепиздрик стрёмный бегает. Я выжил! Теперь очень быстро отчет времени идет на этажи. Все монетки мои сразу. Моментально. Эй. Делаем от первого лица. Кто там сейчас будет? Эй, ты че дерешься? Отвали. Опа, пошел бить. А, он так прикольно руками лупашит. Так, надо еще пружинку на жизни взять. Можно будет регениться. Хотя жизнь и так пополняется. Эй, ты че дерешься? Отвали от меня. Он не сильно, кстати, и жизни отнимает. Так, чуть-чуточку. Так. Есть, затащили. Может, я вообще ни разу не проиграю с пружинкой? Лучший выживальщик года. Так, давайте какой-нибудь новый этаж. Теперь, кстати, всегда подписаны какие-то же. Я заметил. Сейчас проверим, будет или нет. Такс. Бир. Медведь. Это кто у нас? Фредди, что ли? Нет? Так. Может, вот это новый этаж? Хотя уже он только что был. Моя монетка. Все мои монетки я пособираю. Нет, не успею. Я все соберу, потому что пружинка моя. И все монетки мои. Опять этот медведь бегает, я понял. Этот режим только что... Да как он быстрее, чем я с пружинкой, что ли? Ага, понял. Так, давайте введем секретный пароль. 1, 3, 3, 7. Интер. И собираем все плюшки. Все на планете, все мое. О, давайте будем чумным доктором. Воу, и волосы видно. Прикольно сделано. Так, выходим. Офигеть, мне нравится. Это круто. Всегда по-разному скины там дарят в этой комнате. Всегда разные. Что у меня есть? Фонарик, меч, розовая штука, мишка, деревянная штука, пластиковая штука. Я только обзор делаю. Погремушка. Посох, банка, скорость. Че, не скорость, что ли? Так, пойду и скорость возьму. Все-таки, мне кажется, со скоростной поярче выживать. Хоть бы мне не успело перекинуть. Быстро. А как ее взять? Блин. А, бэкспейс выкинуть, я помню. Во. Не? 50 поинтов, а у меня 24, вот блин. Ладно, давайте возьмем, все равно пусть будет. Это жизнь лекает оно. Так, поинты добавляются, я вижу 9 поинтов. Ладно, идемте в лифт. Факел. Басемент, это что такое? Давайте, это невидимость что ли, или что я сейчас, я не помню, что я буду делать. Мои монетки. О, зелье скорости. Блин, не успел, тут куча движа. Так, сейчас здесь знаете кто будет? Здесь будет сейчас... Джокер, я вспомнил. Он сейчас будет всех мочить здесь.
А где он? Я его не вижу. Всем, пацаны, привет, кто со мной играет. Смузи, Максим и Скромник. Всем, ребята, привет, кто зашел на сервер со мной играть. Всегда рады. Кроме вот этого вот челепиздрика, который меня убил. Так, поинтов 13, не хватит нам. Так, что нам еще? Не будем идти в комнату. Давайте вот так вот на сухую выживем. Сможем или нет? Включаем фонарик, выключаем. А как включить, выключить? Что-то не видно. Ну ладно, очень интересно. Так, запрыгиваем. Хоп. Профи. Я не потерял еще навык в этом режиме играть. Так, кровяша течет. Пацаны, не скидывайте меня. Побежали. Что у нас тут? А вот фонарик включенный. Кровяша. Хоть бы я первый не слился. Блин, монетки пособирал, скоростной челепиздрик. Так, давайте с движушка. Опа, все оттуда бегут, значит он там. А, это он и был, я думал, это челепиздрик наш. Да, все слились, неплохо. Ух, это фонарик, давайте два фонарика мне. Меч. Что еще? Хорошо, давайте тоже выкинем. Пусть собирает, пацаны. Еще один выкинем. Так, успею, не успею. 10 секунд. А, все равно не хватит ни на что. Вечно забываю, что надо теперь на поинты все делать. Ладно. Давайте перекидывайте меня туда. Нет. Смайл это убийца, насколько я помню, очень жесткий. Погнали. Моя монетка. Это сейчас, короче, будет клоун ходить тут сбитый и всех мочить. Так, монетки собрали. Ах ты говно. Убил моментально, да что такое, хотя бы жизни немножко отнял. Да, жесткие здесь убийцы. Так, пацаны идут дальше. Ах ты жопа. Опять меня замочил. Я его запомнил. Ладно, давайте еще раз зайдем. Что тут у нас можно взять? За копеечки можно что-то взять? У меня 15 поинтов. О. Пойдет. Лечилочка. Будем бегать, сразу лечиться. Такую я еще штуку не покупал. Хороший магазинчик сделали. Теперь надо заработать. То было, я помню, бесконечно. Так, ребята, сейчас будет SCP. 0.98. Или не успел посмотреть? Вроде да. Мои монетки, блин. Нифига не видно, как играть. Давайте фонарик хоть включим. О, отлично. Монеточку взял одну. Ой, чувствую, сейчас сольюсь. Еще одну, красавчикс. Давайте постоим здесь. А как я от него убегу? Придется сливаться. Где он? Видите? Никогошеньки. Где-то он есть. Может, он залип тут под... А, вон он. Бежи. Че-то не бежи. Он затащили. Так, давайте, что нам сейчас будет? Я не успел прочитать. Соник X. Блин, он скоростной очень. Но я монетки буду успевать собирать. Пропустили. Моя. Может, у всех по-разному? Ах ты жопа. Ох и Соник. Моментальная смерть, даже ничего не понял. Так, давайте еще раз пойдем. Я его не боюсь. Иди сюда, секунд, ладно. Я его боюсь. Так, давайте нам, не знаю, какую-то прикольную карту, которую я еще не видел. Хотя Соник карту изменили, другие поизменяли. Разработчики всегда как-то стараются разнообразить. Под каждый праздник делают. Под Новый год, под Хэллоуин. Красавцы. Так. Все собрались? Так, сейчас у нас будет кто? Найтмар. Пойдет. Ну-ка. Чпоникс. Давайте камеру подальше, наверное, сделаем, чтобы видеть этого челика. Хотя от него не убежишь. Так, идем. Вот жопа. Все монеты со своей скоростью пособирал. Ничего не видно, но очень интересно. Так, все наверху, я тоже буду с ними. Пусть мочит всех сразу, так будет не обидно. То одному проигрывать, ну вот как сейчас. Все слились одновременно. Как раз, о, привет, я тебя знаю. Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.